Отличная новость для любителей бургеров. Булочки вовсе не обязательный элемент бургера. Их великолепно заменяют хрустящие пушистые вафли. Получается очень вкусно. Американцы очень любят домашние вафли не только на завтрак, наверное, поэтому и придумали бургер в вафлях. Правда, они перед подачей поливают его кленовым сиропом. Для меня это чересчур, поэтому я брала острый томатный соус для барбекю, чтобы добавить блюду американского колорита. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Куриные бедрышки зачистите от лишнего жира и тазовых костей, вырежьте бедренные кости и сформируйте ровный пласт мяса, смешайте пряности, соль, лимонный сок и коричневый сахар, добавьте масло и хорошо натрите куриное мясо со всех сторон, уберите в холодильник мариноваться, от часа до суток. Замаринованные бедра обмакните во взбитое солью яйцо, затем запанируйте в кукурузной муке и обжарьте на масле до румяной корочки, проверьте готовность проколом, сок должен быть абсолютно прозрачным, при необходимости доведите курицу до готовности в духовке. Для вафель взбейте размягченное масло с сахаром и солью до пышности, добавьте по одному яйца, затем влейте йогурт. Вкуснее тем, кто подпишется. Выпекайте толстые вафли с помощью вафельницы, выкладывайте на решетку, чтобы не отмокали. В идеале сразу же в горячие вафли кладут куриные бургеры, листья салата, овощи и соус. И тут же подают горячие, хрустящие, сочные куриные бургеры в вафлях, очень вкусно. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Куриные бедра, 4 штуки. Паприка молотая, 1 столовая ложка. Смесь пряностей, 1 столовая ложка, для барбекю или мексиканская. Сахар коричневый, 1 столовая ложка. Лимонный сок, 1 столовая ложка. Соль, 1 чайная ложка, неполная. Масло растительное, 1 столовая ложка, для жарки. Яйцо, 1 штука. Мука кукурузная, по вкусу, для панировки. Масло сливочное, 60 грамм, для вафель. Яйца, 2 штуки, для вафель. Йогурт натуральный, 100 мл, для вафель. Мука пшеничная в сорт, 1/2 стакана, объем 250 мл, для вафель. Мука кукурузная, 1/2 стакана, для вафель. Сахар, 1 столовая ложка, для вафель. Соль, 1/2 чайных ложки, для вафель. Разрыхлитель, 1 чайная ложка, для вафель. Сыр тертый, 1 стакан, для вафель. Томатный соус, по вкусу, по желанию. Лук красный, по вкусу, по желанию. Помидоры, по вкусу, по желанию. Салатные листья, по вкусу, по желанию. Количество порций, 4. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Удачи!